рабочая 0001.06.2018, обновлено 9.5 1 июня 2018 года 16601 Барнаул, 1 июнь, РИА Новости. Временного исполняющий обязанности губернатора Алтайского края Виктор Томенко поблагодарил бывшего главу региона Александра Карлина за проделанную работу и вручил ему орден за заслуги перед Алтайским краем. Указом временно исполняющего обязанности губернатора Алтайского края Виктора Томенко за выдающиеся заслуги Александру Карлину вручается орден первой степени за заслуги перед Алтайским краем, зачитали указ в пятницу в Барнауле на церемонии в Большом зале правительства Алтайского края. Томенко поблагодарил Карлина за проделанную работу, после чего бывшие и нынешние главы региона обменялись рукопожатиями. Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Минелло также поблагодарил Карлина за работу. Александр Богданович никуда не уходит. Его опыт работы будет всегда применяться на практике в регионе, сказал он. Предоставлено пресс-службой губернатора Алтайского края Виктор Томенко, занимавший посты исполняющего обязанности первого вице-губернатора Красноярского края и председателя регионального правительства, назначен в РИА губернатора Алтайского края 30 мая. Указ об этом подписал президент Владимир Путин. Свою карьеру Томенко начинал в Норильском никеле. Позже он заявил журналистам, что намерен участвовать в сентябрьских выборах губернатора Алтайского края. Перед сообщением Кремля предыдущий губернатор Алтайского края Александр Корнин, руководивший регионом почти 13 лет, на рабочем совещании в региональном правительстве заявил, что уходит в отставку по собственному желанию. Решетка Виктор Томенко, решетка Александр Карлин, решетка Алтайский край.